Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели акцию «Засветись», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Автоинспекторы напомнили пешеходам о том, что световозвращающие элементы помогут им быть более заметными для водителей в темное время суток. Наибольшее внимание уделялось прежде всего самой незащищенной категории участников дорожного движения – детям. Дорожные полицейские провели профилактическую беседу с юными пешеходами и их родителями, напомнив, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу.